Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на Линкоме. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. И вот я обратила внимание сразу на новые органайзеры. Только сегодня я снимала видео про органайзер вот такой. Выставила видео уже есть на канале. И вот теперь новые. Смотрите, какие огромные органайзеры. Это больше надо даже, наверное, не для дома, а для какого-то салона. Потому что большое. Хотя, может быть, и в ящик куда-то, да? Стоимость 249 рублей. Для косметики и аксессуаров. Кругленький такой был, вот вращающийся. 249. Вот не помню, вот такой был или нет. 199 рублей. Для кистей. А вот тоже 249. А здесь без разделителей. И просто такой шкатулочкой. Небольшая шкатулочка. Стаканчики мне здесь вот эти нравятся. 199. Ну и такой был. 149 рублей. О, в этот магазин тоже привезли подсветки для зеркал. По-моему, там липкая лента такая. Не на присосках, а на липкой ленте, как двухсторонний скотч. Подсветка 299 рублей. Рюкзачки какие. Такие уже показывала. Но они очень грубые, такие жесткие, очень грубые. Смотрите, какая пришла форма для выпечки. Какая красивая. С антипригарным покрытием. Металлическая. 28 сантиметров. И стоимость 149 рублей. В этот магазин тоже привезли фигурки садовые. Зайчики. Зайчики-кролики. 199 рублей. И опять к нам пришли интересные коврики. Смотрите, разных расцветок. Зелененькие есть. А здесь вроде просиликоненные, но почти как бы не чувствуется. И он такой мягковатый, но не сильно. Нормально, да? Мягковатый, но не сильно. Вот еще расцветки серые. О, голубые какие красивые. Прям небесный такой цвет. А вот стоимость. Не знаю. 45 на 70. Коврик для ванны. Состав полиэстер. Спонж. Нетканный материал. Вот мне понравились, кстати, бордовые и голубые. А я постоянно смотрю вот на эту многоразовую раскраску, которая раскрашивается водой. Видите, и получается цвет. Намочи кисти, картинка оживет. Только я боюсь, что еще рано. Ему еще только год. Не знаю, он сможет, нет, у нас рисовать. Я уже, по-моему, как-то говорила, у меня у внучки была такая раскраска. И вот если хочешь, чтобы она затихла надолго, вот такую раскраску, да, и она не испачкается, ничего вокруг не испачкает. И пока не раскрасит до конца, она не успокаивается. Прям красит, красит, красит. Понравилось мне вот здесь вот. Вот, можно машинки. Ну, мальчик, он сейчас еще не понимает, он маленький. Вот такой вот больше. Животные. 10 страниц. Потом, как все раскрасит, положили на батарею или на солнышко, все быстро высыхает, и можно по новой. Ну вот стоимость я не вижу. Не вижу. Ой, какое появилось удобрение универсальное. Сила в капле. Восстанавливает ослабленные растения, стимулирует и продлевает цветение, стимулирует активный рост зеленой массы. Одна ампула 30 мл. 4 недели комплексного питания. И легко использовать. И стоимость 55 рублей. Надо же. Я так понимаю, что вот здесь отрезается и ставится, и оно само удобряет, да? Ну, какие заколочки появились, 55 рублей. И розочки, сердечки, бантики, и просто кружочки. И стоит всего 55. Состав АБС и сталь. В наборе 4 штуки. О, боже, боже, смотрите, какие цветочки нам привезли. Вот такие малюсенькие. Видите, в ладошке умещается. И все разные. Наверное, мне вот такой понравился больше. Ну, очень маленький, конечно. Какая прелесть.
У нас появились наволочки декоративные 40 на 40 сантиметров. И так на ощупь полиэстер, они такой мягенький-мягенький. Стоит 99 рублей, есть разные расцветки. Лепь еще. Вот так выглядит. С обратной стороны просто беленькая, а с лицевой цветная. Да, состав 100% полиэстер. Ну вот еще одна новинка. Подставка под горячее. Боже мой, я даже не подумала бы. 25 на 40 сантиметров. Это гобелен. Изготовлено в городе Иваново. Вот такая подставка под горячее. Это, наверное... Но она, смотрите, какая она тоненькая. Какая же это подставка? Это просто какая-то салфетка. Какие расцветки есть. И расцветки все одинаковые. Так, это что? Так, смотрим. Защитный чехол на декоративную подушку. 38 на 38 сантиметров. Тоже гобелен. 50 хлопок, 50 синтетика. Тоже город Иваново. Вот такое. Тоже несколько расцветок. Вот ценников нет, наверное. Нет, только, видимо, пришло. Поэтому ценников нет. А, сейчас я еще увидела новинку. Сейчас покажу. Вот, смотрите, какая новинка. С косичками. Это сидушка. 40 на 40 сантиметров. Стоит 249 рублей. В составе полиэстер и хлопок. Вот так она выглядит с обратной стороны. Здесь есть пупырки противоскользящие. Смотрите, сколько здесь расцветок. Ух ты, зелененькая есть. Коричневая есть, темненькая. Там внутри не поролончик, я думала поролончик, а там, наверное, синтепон. Надо же, мягенькие. Гобеленовые прихватки. Гобелена привезли очень много. 99 рублей. Рукавичка и прихватка. А это что такое желтенькое? А, набор для кухни. Состав полиэстер и поролон. А, две салфетки. И такая салфетка на поролоне. С обратной стороны она, видите, цветная, а с этой стороны она просто желтая. Такая расцветка красивая. Есть еще зелененькие. Какие еще есть? Вот и розовые тоже есть. А вот какие розовые. И стоимости я не вижу, не написано. А такой набор 199. Значит, это тоже где-то так же, потому что здесь тоже две салфетки и такой же коврик. И нашла вот еще новинку. Смотрите, какая новинка. Стоимость 199 рублей. Мне сейчас нравится, что они здесь пишут размеры. Видите, как вам легко представить, что это за сумочка, что это за косметичка. Такая хорошенькая. Небольшой кармашек на молнии. Вся на подкладке. Имеется ручка. Смотрите, можно вот так с одним идти и все, да? Можно и кошелек убрать, и телефон туда. И вот еще какие расцветки. Вот это хорошенькая и темненькая вроде, и в то же время не темненькая. Симпатичная. И стоит 200 рублей. А это клипсы для полотенец. Вот хорошая вещь, между прочим. 5 штучек в комплекте, стоит всего 55 рублей. Состав ПВХ и нержавеющая сталь. Отлично, прицепил и на крючочек вешаешь, и все. Хорошие. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.